Селекционно-семеноводческая компания «Поиск» предлагает сорт «Астры Игл Софи». Это прекрасная игольчатая астра, однолетник. Растение пирамидальной формы, устойчивое, крепкое, высотой от 60 до 70 сантиметров достигает. Соцветия у него лавандного цвета, густо-махровые, игольчатые, диаметром от 10 до 12 сантиметров. Цветет с августа по сентябрь. Используют очень широко для посадки в сборные цветники группами, нарабатки рядами и для бордюров. Также хорошо подходит для срезки. Растение предпочитает открытые солнечные места, но также выносит и полутень. Лучше растет на легких плодородных почвах. Это растение, кстати, не переносит внесение органических удобрений в год посадки. Партия 29,85, вес 0,3 грамма плюс-минус 9%, пишет производитель. Вес 0,5 грамм.